Тоже уже не сожалею. Мне с ним понравился сериал, ну, проект. Я девочка. Идем, мы еще не закончили. Держись, Елена. Я тебя задержу только. Иди без меня. Ты от меня так просто не отделаешься. Пошли. Через столько всего прошли, глупо было бы сдаваться.
попробуем сюда. Мы почти выбрались. Давай отдохнем. Здесь где-то должна быть аптечка. Хреново, когда хорошие солдаты вот так умирают. Дима, ты меня слышишь? Ханиган. Надо слышать, что ты в порядке. Хелена там? Хелене плохо, ей нужна медицинская помощь. У тебя еще остались травы? Немного, но я не уверен, что они помогут. Ладно, слушай меня внимательно и следуй инструкциям. Держись, Хелена. Сегодня погибло очень много хороших агентов. Ты не станешь одной из них. Леон. Блять, патроны кончились. Нельзя отвлекаться ни на секунду. Как ты себя чувствуешь? Думаю, со мной все будет хорошо. Спасибо. Леон, что ты делаешь? Ты должен уходить оттуда, немедленно. Мы направляемся к башне Кват. Что? Нет, это слишком опасно. Там остались выжившие агенты АППТ. Я не могу их бросить. Ну хорошо. Тогда я тебе помогу. Проведу тебя безопасным путем. Спасибо, Ханиган. Я переслала на твой компьютер полевое руководство. В сложных ситуациях можешь заглядывать в него. Что за херня? Ханиган, мы сможем здесь пройти к башне? Да, продолжайте двигаться в том же направлении. Huh.
куда они все лезут. Леон, смотри! Беги! Сюда, залезайте. Блять. Наверх! Давай, давай, поднимайся! Эта штука долго не продержится. Еще несколько кварталов. Елена! Блять, держись. Я не могу. Ты в порядке? Да. Что-то идет не так. Пришел за добавкой.
Resident Evil 6.